Дети, привет! С Рождеством! Вы готовы получить подарки? Да! Мы посадим иконы сначала, позовем. Дети, поздравляю вас с Рождеством! С Рождеством! С Рождеством! Готовы открывать подарочки? Да! Давай искать наши подарки! Так, где же Никитина? Да. Соня куда-то убежала. Вы что же открываете? Спасибо, дорогая. Мама, ну вот этим не написано. Так. Мам, это точно мое. Вот это Лизин, а другой такой завернутый Сонин. Твое, да. Ставь на диван. На диван ставь. Соня, ты уже поняла, что это? Да, я знаю. Соня, ну, кто не может? Что, Никита? Никита! Это твой! Это подарочек! Открывай, Никита, открывай! И забери! Так, ну что, я так понимаю, что Никита уже почти все открыл. Ну, у него процесс идет быстрее, чем у других. Так, ладно, так как Никита меньше всех, и он не может терпеть, пусть он откроет все. Сюрпризик? Ты даже не знаешь, что это такое, потом откроешь. Тут типа GoPro какая-то, я не знаю, что это, но похоже, написано Action Camera. Мечта Никиты. High Definition Action Camera. Да, это потом у него два набора магнитных конструкторов. Давай. Так, Никита. Медведь. Замерзший. Замерзший, синий. Так, ну это потом откроете, это сквиши. А, это сквиши. Давай, Никит, дальше. Давай, давай, Никит. Так, что это? Киномашинка! Он всего-то видео рассказывает, что у него. Я помню, когда ты нам покупали, когда мы были маленькие, ты нам такие покупали. Она классная. Да. До вечера выживет. До вечера выживет мышь. А может и нет, Никит. И вот еще маленький подарок. Папа, сюда. Вот это большой. А, это большой, да? Да. Ну, давай. Так. Вот это велосипед! Велосипед, это самокат! Это самокат сиденья! Так, все, что Никита заказывал. Это самокат сиденья! Вот! Самокат, я не знаю, мне кажется, что он у моего уже маленький, но Никита именно такой хотел. Он сам на интернете выбрал. Онлайн. Он разборный, он может быть сиденья, может без. Открывай. Лизина! Давай, Лизочка, как ты? Девочка, я маленькая. Давай. Давай, Лиза. Зачем я? Что я знаю, что это. Потому что Лиза это заказывала, выбирала, она знает, что это. Так и знала. Так, глянь, он немножко, правда, помялся в подарках. Но все равно он, это только картон, а яйцо не помялось. Там яйцо с сюрпризиком, с малышом. Это я чем-то. Так, что это? Чему ты рад больше всего? Что это? Это сквиш, как у Никиты. Это какой-то сквиш. Там какое-то одеяло, что ли, у него, или я не знаю. Ну, посмотрим потом. Это кудон какой-то. Да. Так. Дальше. Давай самый большой. Давай самый большой. Вот это. Да, давай, большой, большой. Он уже порван. Посмотри. Рви, конечно. Он уже пошел. Из мягкого яйца выбился мягкий мишка. Снимай. Давай, давай. Снимай. Он застрял. Этот мишка, по-моему, больше Лизы. Да, это правда. Лиз краску задавили. Мишка Лизу задавил. Меня не задавили. Типа большой. Классный. Это мой. Я вот это теперь открою. А, я думаю, что он знает. Но она не знает, что вот здесь. Потому что можно догадаться. Смотрите, киска. Киска пришла. Да, у тебя волосы. Класс! А теперь вот этот большой подарочек открой. Мама, смотри, киса подарочки смотрит. Ой. Ну-ка. Я зацелила мишку.
У тебя сплошные шары какие-то. Лиза, вот же... все твои подарки круглые. Ты же хотела. Начиная от медведя. Лиз, ты в шоке или нет, Лолу? Очень! Маса, не накиску. Она подбегает. Ах, мама! Лиз, ты что, тихо, хочет разобраться с твоим медведем? Видите? Это убирай. Это надо по-другому одеваться. Я какая-то пантера. Пантера. Ты кошечка. Только наоборот надо одевать. Смотри, смотри. Они теперь... похожи очень, да? Лиз, ну по примере кошечки уши. У меня будет 4 уши. Лизочка, у тебя еще один подарочек должен быть. Какой? Где? Поищи. Да. А, это и все. Давай, Лиз, открывай. Что это? Миленькая. Ой, какая пушистая. Под этим юком. Так, надеюсь, все, потому что я сама уже не помню. Давай посмотрим. Все, наверное, да? Еще поищу. Еще поищу. Не, Лиз, наверное, все. Что-то еще нашла. Подведение. Шучу. Так, ну что, Коль, уступаешь позицию Соне? Да. Сезам. А я думала, что у них маленький из самых взрослых. Ну, ты девочка, он мальчиком. Ты! Соня, самый большой сначала. Коль уступил Соне. Очередь. Это, наверное, то, что Соня ждала уже целый год. Это Соня самый долгожданный подарок. Она почему-то о бинокле мечтала. А вот смотрите. Соня, две. А сию. Давай, одевай ему вместе. Что, маленькие? Маленькие? Может быть. А у меня как раз. Ну, придется новые покупать. Хотя я не думаю маленькие. Они маленькие или нет? Я не знаю. Там только one size был, один размер. Они хорошие. Соня, ну открой свой большой. Сейчас я пытаюсь поправить эти. Мам, я может быть буду знать, что это такое. Я думаю, это Black Friday, да? Так хорошо. Ну, красиво. Мне волосы зацепить можно после этого. И самый, так. Соня, самый большой. Oh, you're gonna open the little one. Okay. Я думаю, это тоже самое. Только Соня не любит куколок. Она любит животных. Спрятала. Зверюшки. Ура! Зверюшки? Ну, у меня зато вот это. You have pets? Она у тебя больше такая? Да, у меня огромный. Так, хорошо. Спейси. А, у меня тоже такое есть. Ну что, всех такое. Oh. Соня, ты будешь монстра открывать? Давай. Рви его. Никто не видит. Как я открываю подарок? Соня, такое чувство, что ты вымещаешь на нем зло всего года. Ого! Мишка! Мишка! Это у тебя что тут? Из мягкого яйца выбился мягкий. Где ты взял? Из кошки. Кто тебе подарил? Он застрял! Кто тебе подарил на Рождество? Я купил? Да, вот. Соня, ты будешь как кресло использовать маленький. Его теперь, да, этого мишку? Или как кровать? Это маленький подарок. Теперь я на полу смогу спать. Итак, ну, и так, и со скалолет теперь. Пошли, вот мне. Соня, в постели пойдем. Хорошо. После... Все, постели. Это где? Кто клей сюда намазал? Это тебе дополнение к мишке, друг. Клей намазал. Это цей. Это пачка. Ой, you're gonna love
love this. Yeah, you got it from Black Friday. А когда первого самого старшего подарок? Это мой самый любимый подарок. А бинокль? Да. Вот это надо листок забыл отлепить. С Black Friday. Так, Сонь, ты все открыла? Все, да. Сонь, давай сейчас вместе. Откройте общий. Ого. Видите, вы можете их все читать. Это книги. Вы, Сонечка, Сонь, вы можете все читать. Это общие книжки. У вас такой возраст, что вы можете все их читать. Не надо их делить. Покажите лучше нам, что там за книжки. Это про кошек. Это коты-воители. Сонь, ты читала такой же, нет? Нет. А ту? Нет. Коты-воители, покажи нам. Мам, я вот эту читала. Ты читал ее? А, я почему думаю, что ты не читал ее? Я из библиотеки. А вот эту кто-нибудь когда-нибудь читал книжку? Я не знаю, как по-русски это перевести. Scary Hall of Justice? Нет. Это типа комиксов. Да, это комиксы про супергероев, только школьников. Привет! Будете такие читать книжки? Берите. Да. Давай, я Коль, твоя очередь. Я хочу. Я тут не достаточно, мне там нравится. Так, Коль, ты помнишь, что у тебя уже не подарок распечатан, а стоит в твоей комнате, скейт. Да. Скейт на пещеру теперь. А что ты? Мама, я вынесла кисер в этой пещере. Мама, заворачивали. Ну, тебе тоже. Хоть я знаю, что вы с Соней это уже взрослые, но наверняка вам захочется. Это буррито. Это буррито. Буррито испанское, да. Это тоже буррито. Давай, открой ее. С вот этими маленькими штучками. Дети, откройте их, покажите, у кого что. Ну-ка, покажи мне это буррито. Она еще и в фольгу завернута. Да, это буррито. Там внутри маленькие животные. Это не сквиш, это просто игрушка, Коль. Смотри, какая еда. Так, у Сони собачка. У Коли тоже собачка. Коля, тигр. Тигр классный. Это можно будет заворачивать, и в этом будет спать. О, Никита, видите, какая прелесть. Что это, собачка, да? Да. Давай фонарим, Бурита. Вам, мне кажется, Лизе и Никите надо поменяться. Ой, а у него... Это кто? Это панда или кто это? Это енот, енот, да? Енот! У меня енот, а не собачка. А, у тебя енот, он тоже. Это тебе смотри, мексиканская шапка. Это как вся коллекция, они горячие. Да? А, насколько они горячие? Да, у меня не очень горячие, у Сони тоже не горячие. Это горячие. У Лизы самая горячая, Деспасито. Нет. У Лизы Деспасито. Оно все такое же. Ну вот, смотри, да. Это тут горячее, вот тут внизу. Да. Это все такие же. А у Никиты вот такой? Да, вот такой. У Никиты очень горячий. У Никиты красный. Короче, Никите достался самый горячий, а у вас средний по горячести. Буррито. Никита, у тебя достался самый горячий. Самый горячий. Ой, смотри на это животное. Класс, да, заворачивать можно. Он застегивается, да? Да. Мне кажется, что вам больше всех эти игрушки понравились, да? Да. Тоже что Коля любит. Снеговик, он так снеговиков любит. Да, это уже Коля пошел, точный заказ его. Я не знаю, ищи. Вот он, бинокль. Это был точный Колин заказ. Точный цвет, точное все. Поэтому. Как открыть? Папа, откроешь, Соня, бинокль? Я не думала так открывать. Коля у нас футболист. И часто бывает вратарем. Теперь такие варежки специальные. Варежки. Правильно, Соня, варежки. Варежки специальные. Перчатки. Помогите.
Нравится? Да. То, что ты хотел? Угу. Адидас. Мое. Сонечка, мама, спасибо тебе за подарок. Мы не успели тебе сказать, Сонь. Пожалуйста, и спасибо за бинокль. Мы потом поближе, Сонин, подарок снимем. Wait, it has covers on here. Yeah, I know. You have to take off. Like, yeah, I know. Сонь хороший? Такой, как ты хотела, настоящий взрослый. Мама, Рой. Ну, давай открывай. Да, да. Мама, смотри, кто мне попал. Активный бинокль. Посмотри, да, тебе горячий парнишка попался. Да. Колин, горячий перец есть. Колин, заказ наушники. Самые лучшие отзывы я прочитала про эти наушники, поэтому я их купила. Вот. Проводные, а, потому что проводные. Да, это папа. Беспроводные не очень хорошие. А, это для видеоигр. Ой. Ой, вам смотри. Смотри, провод видео. Какой длинный. Видишь, какой длинный. Беспроводные не очень хорошо. Соня. Это мамины предрассудки беспроводные, но на беспроводные я категорически не согласна. Коль, нравится наушники? Да. Скажи-ка. О, Соня, все, в поход может. На кучу не наступайте, там кошка. Да ты, да это Кеви. Она теперь будет иногда лапами это оттуда высовывать, ловить кого-нибудь. Она уже так и делала. Коля, Коль, не рассыпай, не рассыпай. Не разрушай. Пусть она сидит там. Сонь, ты теперь по паркам ходи. Ой, прости, оцарапала. По паркам будешь ходить, да? Мама. Нет, это Сонина. Да, ну это ты знаешь тоже, Коля это знает. Это прям заказ, цвет, название, все. Мячик. Чемпионат. Чемпионат России по футболу. Ой, мира в России. Это, получается, именной мячик или нет, как это подожди, сказать? Это, видишь, он золотой. Это мяч, который играли, по-моему, полуфинал и финал. Да. Точно такой, да? Копия. Да. Он финал. Отборочные матчи играли черные, вот эти вот. Да, обычные. Да, они еще золотые, разные. Они были черные. И ты поэтому, Коль, такой выбрал, да? Да. И поэтому он такой дорогущий. Мама. Коля, он спал и видел этот мяч получить. Иди, добавь его в свою коллекцию. Так, нёрт, Колин. Шариками какими-то. Ну, это тебе придется, небось, с Никитой делиться, играть. Ну, это, короче, получается, Сонечка, смотри, здесь можно мелками рисовать, доска. А с другой стороны, можно листки прикалывать и рисовать. Это Соня целыми днями сидит, рисует на столе. Ей будет очень удобно. Белая обычная доска. И черная. Классная. А, там еще что-то? А, там уже есть рулон бумаги? Я думаю, нам покупать придется. Это нужно сюда поставить. Смотри, а это стирать с доски. С вот этой. Если а, смотри, здесь будут закреплять эту бумагу. Крипсы? Да. Классная? Да. А, не магнитическая. Нет, это все деревянное, Соня. И хорошо, что деревянное. Мне нравится этот подарок. Я думаю, что шарик молодец. Посмотри, какой у меня. Посмотри, какой у меня подарок. Так, магнитный конструктор. Успокой. Опа! Ай, вот здесь школа какая-то. Так, ну я подсвечник, Соня. Сонечка, солнышко мое, какая красота. Ай, ищи еще свечи, я быстренько принесу. Сонечка, подожди, дай поцелую тебя. Нет, свечи не надо, Сонечка, свечи потом. Очень красивый подсвечник. Соня своими руками сделала. Он очень крутой этот конструктор, он классный вообще. Да? Что это? Смотри. Ого-го-го-го. Вообще класс. Это круто. Никита хотел деревянный, получил магнитный. В списке был деревянный конструктор. А вот это не магнитится. Ого, он такой сильный, да? Он вообще классный. И свои пещеры. Кошмар, пищи. Что здесь происходит? Так, теперь надо... Так, я пошла на улицу. Соня, я твоего монстра отнесу к тебе в комнату. Хорошо. Спасибо. Монстр ты называешь медведь? Это медведь тебе дал, не папа. Открывай его. Сначала маленький, а потом уже большой. Тут уже подсказки.
Никит, тебе, по-моему, кроме конструктора больше ничего не нужно, да? Нашла что-нибудь? Да, я уже нашла. А что это за подсказка? Золото и девочка, да? А там написано что? Golden Child. Child, золотой ребенок. Ну что же открывать? Садись, открывай, подвигай свою эту. Или не будешь открывать сейчас? Буду открывать. Что-то они какие-то неразворачиваемые. Черные? Классно. Какая Соня, к золотому подходит? Соня, у тебя какая там подсказка? Party for animals. Короче, пап, у меня вторая часть. Какое-то веселое вот животное у тебя любит, которое вечеринки. Нет. О, какая красивая. Не золотая, там написано по-моему. Так, давай сразу в коллекции смотреть. Ушки. Что-то у меня чувство, что какие-то чертики у нас будут. Сейчас посмотрим. Розовый какой-то что-то. У тебя спайси будет, Лис. Спайси. Вот такая. Такой же, как и в прошлый раз. У тебя опять такой же? Да. И подари его кого-нибудь. У меня такой наборчик и вот такая. Коля, ну как так можно? Два раза ребенка купил этот шпионскую серию, два раза одной и два шпиона одинаковых. Сой, ну я же не виновата. Лис, возьмешь себе животного? Три лола на одной. Кошмар, бардак какой. И... Ого! О, это новая. Какая она красивая. Ну, вот интересно, она меняет цвет? Слушай, глазки зеленые. Бутылка другая, да? Два. Ого! Ты сама нарисовала для нас, для всех? Спасибо. Такая вот тетя. Да. Тенькая карточка. Карточка, да? Да. Это типа версия какая-то GoPro. Только очень упрощенная. Скажем так. Все, Соня, ты со своим уходишь? Да. Ты идешь в свою берлогу. Вот та, которую Соня отдала Лизе. Да. И у нее еще ушки. И еще ботиночки Соня откопает, там сейчас принесет. Угу. А, это все оборудование. Да нет. Крепления всякие, да? Можно посмотреть, Никита? Теперь будешь снимать на канал Funny Four своей камерой. Вот. Откройте. Мужичок, подожди. Я так понимаю, что это под водой, чтобы снимать, да? Вот этот белый футляр. Да. Камера. Малюсенькая такая. Не очень крупная. Никита, ты теперь у нас будешь настоящий блогер. Давай сейчас сначала тебе вот эти причиндалы даст. Так, а это что тут такое? Какие-то реальные очки, реальный ошейник какой-то. Может быть, это кисть ошейник? Открывай, давай посмотрим. Ого, это настоящие шпионские очки. Ой, уже поломались. Ничего не поломались. Так. Что-нибудь видно в них? Ну, что мы спионим тут? Теперь можешь вот тут смотреть. Ну-ка, одевай, смотри. Видишь подсказку? Куколок не видно, а все видно. Да? То есть это не такое маленькое стеклышко, а реальные очки, да? Угу. Так. Хорошая. Слушай, настоящий реальный ошейник, да? Только для кисы он маловат. Да это игрушка, Лиз, это не для кисы. Знаю. Так, это еще один ошейник. Уже там две куклы. Это уже на собаку, не на кошку. Мам, вот эту штуку не бери, это камера. А, у тебя заряжается камера, да? Да. Вот это да. Это на какой еще кот? Мы потом разберемся, тут еще что-то есть. А, это вставлялки. А ты от дяди Жени мне подарок свой подаришь? Я его еще не доделала. А, ну ладно, к Новому году подаришь, да? Да. Хорошо. Ну, как-то так. Отдай! Коль, ты покажешь свой скейт подарок? Мои. Так, давай дальше открывать. Вот мой подарок. Мам, стой, можно тут тоже посмотреть? А, вот здесь мой скейт. О, тут еще какое-то такое же животное. И тут два разных. Какая-то кошечка и хомячок. Я тоже их вижу. И хомячка вижу, и кошечку тоже вижу без очков. Так, что здесь у нас?
тут был скотч, мы его сняли, теперь мы точно все. Что это? Как они, резиновые или пластмассовые? Кто? Слушай, там она открывается, смотри. Там внутри еще что-то будет. Что-то мы такие распаковки не видели, отстали от жизни. Для Лизы это все сюрприз, для меня тоже. Выкладывай сюда все, что там есть. Ничего себе. Лиз, ты в шоке? Очень. Теперь я поняла, почему это Бигги Пэт. Ой, там сундук какой-то. Еще сундуки. Еще сундуки. Все? Да. Слушай, вот это вот закрывается, это будет отдельно Пэт большой, да? А там, наверное, должен быть внутри маленький Пэт какой-то. Да, наверное. Ой, милашка. Это копилка. Копилка, да. Я как раз хотела это сказать. Ого, теперь у тебя какая копилочка. Надписи видны? Да, надписи. Воф-воф-воф. А, гавкает, да, гав-гав-гав. Это собака, да? Да, собака. Собака. Это как его, этого, пятнистая, забыл, далматинец. Да. Там были разноцветные, но я почему-то такую взяла. Ну что, давай будем кучу открывать или нет? Давай. Сначала с розовой вот этой. И такая большая. Да. Это да, классная. Классная? Покажи, как она ездит. Сейчас, Лизочка. А, это песочек, да? Ой. Давай, Никит. А может, там внутри что-то есть? Ты пока поищи. Никит, покажи. Она переворачивается, да? Да, она может стоять. Ну, давай, покажи. Ух ты, какая крутая машиненция. Она даже может стоять. Сейчас. Ого! Нашла что-нибудь, Лиз? Нашла. Ого, тут, короче, сюрприз на сюрпризе, да? Вот это подарок. Здесь животное! Такая классная. С сердечком на попе кошечка. Так. Здесь, наверное, тоже будет кто-нибудь, да? Тут тоже тревога. Вот, выкапывай. Тоже кружок. Так, тоже животное. Это собачка, да? Щеночек да. Какой-то. А где еще от кошка-то? Я ее тут уставлю. У меня в руках, вот у меня они две. Классные. Это их как будто мама. Мама, кошки и собаки, правильно. Так, а еще будет животное? Два чемодана только или три было? Тут еще один какой-то чемодан. Еще чемодан, значит, еще будет животное. Еще. Там что-то маленькое какое-то должно быть. Бебочка. Это зайчик? Да, кролик. Ой, какая прелесть. Да я почищу его. Какой классный зайчик. Мам, смотри, как они по размерам меняются. Надо было Соне такой же купить набор. Соне понравился. По размерам меняются. Вот это вообще маленькая. Большая, это совсем маленькая. Что это? Крутиться, показывать, что они делают. Я думаю, что это этот медальончик вешать. Чем-нибудь цеплять на нитку. Собирайте самокат, потом нам покажете. Точно. Так, а это что? А, это, наверное, на голову одевать, да? Или это... А, это, наверное, вот так, это повязочка. Для зайчика. Ой. Нет, я думаю, что это для котенка или для собачки. Скорее всего, для собачки. Ого! Да это маленький ему. Давай сиденье снимем, Никита. Мне кажется, ему без сиденья надо кататься. Никита этот самокат сам выбрал в магазине онлайн. Я ему включила компьютер, показала кучу, и он выбрал себе именно вот этот. Давай сиденье снимем, Никита, он неудобный с сиденьем. Это для маленьких. А мне сиденья. Можно? Так не сломай. Не сломай, Лиз. Сломай. Не, Лиз, ты слишком уже для него. Слишком взрослая. Такая тетя большая. Лиза, и теперь второй раз. Ага. Лиз, нас с тобой Бигги Пэт ждет. Сейчас. Пока Лиза катается, я тут пытаюсь разобраться. Короче, у нас вот такой гламурный клаб. Клуб. Далматинец здесь должен быть. Котенок. А еще должен быть хомячок какой-то. У тебя нет хомячка? Нет. Или он один, или тот, или другой должен попасть. Мама, может, тут какой-то? Нет, Лизочка, это или один, или другой. То есть это или зайчик? Кому что попадется. Да. Совочек. Это надо для собачки. Это, наверное, надо было уже это. Вот да, это аксессуары к вот этой собачке. Да. Так, а это что такое? Пока тебе запакуйся.
И опять еще такая же штучка, как и красная была. Ой-ой-ой. Так, ребят, напишите нам, помогите нам разобраться с этим делом совсем. Что это такое, к чему это, чей это аксессуар или что это такое. Я так понимаю, что судя по размерам, это все-таки к вот этой относится. И вот это тоже к этой. Совочек. Это для собачки. А, нет, это для котенка. Дырочка в виде косточки, а здесь в виде чего? Тут мордочка кошечки. Это плоская. Что это? Список обуви животных здесь. Я не знаю, что это означает. Слушай, смотри, а вот это, наверное, подвешивать, чтобы, как кулончик, может быть, смотри. Ну, да. О, может быть, это вот так должно быть? Может быть. Это для, я думаю, что для собаки, для котенки. Котенки? Я не для котенка. Думаю. Она что-то не... Мне кажется, это на шею надо делать. На шею? Угу. Да, на шею. А мы забыли про носки. Про какие носки? Ой. Ой. Да, дети, давай, Лизочка, оторвемся. Я сколько уже позабыла. Дети, вы самое главное забыли. Ну, так. Это уже самое главное. У меня голова оторвалась. Оторвалась голова, гляньте, кошмар, у нас здесь теперь уборки. Забирай. Где честь? Нет, это мой. Это мой. Let's check the stuff inside. Мама, откуда мы с вами научила? А я не знаю, я знаю, что у детей у маленьких были сапоги. Они все одинаковые. Они все одинаковые, дети, не переживайте. Не перепутайте. Друг, в смысле, не смешайте друг с другом. Так, это давайте, смотрите. Там... Записки твои, да, я не прочитала их. Смотри, я надеюсь, еще... мои подарки будут хорошими. Мама, с Рождеством от Лизы для мамы. Спасибо, Лиза. Лизина карточка для носка. Мама, я тебя люблю. Спасибо. У Никиты там тоже записки. Так, от Никиты записки. Окей. Я Никита, я тебя люблю. Мама, судя по почерку и ошибкам, это Лиза писала. Мама, с Рождеством от Никиты для мамы. Спасибо. А куда ты? Лиз, дай Никите носок. Никитина карточка для носка. Спасибо, мои дорогие. Надо сохранить вот эти карточки. Конфеты у всех одинаковые, поэтому давай на Лизином этом. Так, это вот это что-то европейское, это не американское, это такой батончик вафельный. M&M Dentsy, Mamba, панда, печенье с шоколадом. Нутелла, палочки и нутелла сама. Это что такое? Ага, это фруктовые желейные такие конфетки маленькие. Я твои конфеты выступлю, можно? Так, здесь смесь русских. И английских. Смесь русских и нерусских конфет. Пицца даже есть желейные. Да как же их открыть? У меня есть пицца желейная. Должна. А, еще у Лизы хот-дог желейный есть. Ну, тут, короче, всякие конфетки. Лит. Даже зефир есть. Вкусно, мама. А? Мама. Наконец, мы открываем. Так, это... Для зайчика. Нет, это для кошечки. Оно как? Где? Смотри, такой же розовый. Подошла? Ну, да, очень красиво. Последний остался, открывай. Тут что-то большое. Еще. Ого, какая косточка. Это, наверное, для большой. Это, смотри, сюда вставляешь веревочку. Это такой медальончик, кулончик такой. Столько кулончиков и медальончиков. Да, для вот этой красотки твоей. Ой, ты моя хорошая. Ой, ты моя милюшка. Так, давайте, короче, сейчас заканчивать. Убирать, наводить порядок, кушать. И мы едем куда? В кинотеатр. Мы едем в кинотеатр, и мы едем с Веруней. Что там, еще что-то? Ну да, копилка, я же тебе сказала. Все, класс, мам, можно я все мои денежки туда пересыплю? Ага, можно. Теперь на нем спать будешь, да? Да. Это такая мини-матрас, макси-подушка. Классно, да? И Соня там также себе положила на кровать. Соня, похоже, тебе хорошо, да? Все, мы готовы ехать в кино.
на мистера Гринча. Лиза с собой это, собачку берет. Лиза теперь с ней неразлучная. А почему нет? Ну, хочется ей. Ты помнишь, это, Лиза, у тебя ухо кошачье вот так. Легло. Сейчас за Веруней заедем. Верунин подарок. Верунь, а? Привет. Привет. Мэри Крисмас. Привет, привет. Веруня, смотри, что у меня такой, у меня большой лом. Да, Веруня с подарочками. Верунь, смотри, какой у него большой лом. Ну, а это маме. Конечно, ого. Такой большой. Верунь, спасибо. Это духи, духи, да. Это кусок мыла. Так, ладно. 72%. Спасибо. Ты готова смотреть шикарный мультик «Мистер Гринч»? Готова. Сказать говно. Веруня, признал. Верунь, спасибо. Ну, а как я могу еще сказать, что я тебя люблю? Да, просто так. Машины расступаются перед скорой, папа сказал снять. Что-то машина медленно едет. Они все по сторонам, прям в обочину съехали, мама, со всех сторон. Я не знаю. Скорые и пожарные не могут нарушать правила, как это делают полиция. У них есть рамки, которые они могут нарушить. Полицейский может любую скорость развивать по необходимости. Слушайте, на улице Крисмас, Рождество, машины где-то куда-то кто-то едет. Кинотеатр забит полностью. Я онлайн покупала билеты. Забит. Рождество в центре города. Никого. Вообще пусто. Оно, возможно, вечером будет работать. Вечером, да, здесь будут люди. Сейчас мама, вообще пусто. Уже закрыто. Все, мы... Да сейчас вообще ничего нигде не работает. Да, да. Не, ну вообще людей просто нет. Нет, я думаю, что нет, в моле пусто тоже. Нет, люди все внутри. Нет, люди все по домам с семьями. Самый безлюдный торговый центр, который я когда-либо видела. Все закрыто. Елка стоит. Мороза нет. Вот и Рождество без Деда Мороза, да? Лиса? Где Дедушка Мороз? В России. В России убежал. Нет, просто в этот день сейчас даже Дед Мороз со своей снегурочкой дома кушает. Наверх поднять. Так, а как нам на лифте идти, да? У нас 12-й зал. Мистер... Соня, как надо говорить, произносить? Соня сюда... Мистер, как? The Grinch. The Grinch. А мы почему? Кот. Моя нога. Hi. Enjoy the action without distraction. Please silence your phone. Okay. Oh, how did that get in there? Hey, I'm sorry if I made you uncomfortable. Давай, давай. Соня, понравился мультик? Понравился? Я даже всплакнула немножечко. Я всегда плачу. Верунь, тебе как мультик? Крутой? Я очень мультик. Мультик, вернее. Читал такую книжку? Да. Что интересно, книжка или мультик? Конечно, так снял. Снят так раз, классно. Так, ну пойдемте, Christmas 3, сходим. И потом домой. Как в кине большая елка. Как в кине, говорит, большая елка. Лиз, покажи язык от твоей этой. Какая у тебя, блуберис или малина? Виноград. Дай язык. Ужас. Кошмар. Смотри. Даже снег. Откуда он здесь? Снег. Это осталось, который не осталось. Yes. Ради этого стоило приехать в даунтаун. И что там? Тут какие-то... Подарочек для кого-то, да? Нет, какие-то шапки тут. Нет. Гля. Это, да, кто хочет, тут может брать. Говорили, здесь пальцы замерзли. Гля. Пальцы замерзли. Да, они в лёд притворились. Коля, прибавили. Коля, вы! Даша, glove is frozen. Christmas 3 одиноко стоит в даунтауне, в центре города. И никого. Вот и Рождество. Все по домам. Одни мы на мультиках. Так, ну что? На этом наше видео рождественское заканчивается. Мама.
Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то поставьте лайки. Спасибо, что вы все это время были с нами. Да.